из положения лежа. Отводим руки за голову и сплетаем большие пальцы в замок, стремясь вытянуть все тело в двух противоположных направлениях. Пытаемся прижать поясницу к полу. Натягиваем носки на себя, толкаем вперед пятки. Поднимая прямые ноги, округляем позвоночник и вкладываем стопы в кисти рук. Шея расслаблена, ноги прямые. На выходе обхватываем себя кистями за голени и, поставив стопы на ширине таза, подходя плечами и лопатками навстречу друг другу, стремимся максимально вытолкнуть таз вверх. Перекатом встаем и, прижав ребра к бедрам, вытягивая позвоночник, выпрямляем ноги. Копчиком тянемся как можно выше вверх. Перенося вес тела вперед, выходим в нижний упор. Все тело на одной линии, ягодицы напряжены, макушка тянемся вперед. Угол в локтях 90 градусов. Выпрямляя ноги и раскрывая грудную клетку, тянемся руками вперед. Ноги на уровне головы. Опустив поясницу на пол, продолжаем тянуться вперед. Опуская ноги и сделав спокойный вдох-выдох, натягиваем носки на себя и, соединяя ладони друг с другом, вытягиваемся руками назад вверх. Макушкой тянемся вслед за руками. Поставив стопы вместе, выставляем правую руку на уровне мизинца правой ноги, открываем таз. Открываем грудную клетку. Направляя руку вперед, стремимся растянуть все тело от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Закрывая таз, упираемся кистями в колено согнутой опорной ноги и, выпрямив обе ноги, вытягиваемся руками вперед. Ладони направлены друг на друга. Симметрично делаем данную связку в другую сторону. Стремимся полностью выпрямить опорную ногу.
Поставив ступни вместе, раскладываем корпус вдоль бедер таким образом, чтобы он был параллелен поверхности пола, и тянемся руками вперед, уходя макушкой головы вслед за руками. Выходим в промежуточное расслабление. Лоб на земле. Ладони соединены вместе. Таз опущен на пятки. Поставив руки перед собой, качественно вытягиваем себя из таза и, зацепившись нижними ребрами, полукружными движениями раскрываем грудную клетку и макушкой головы вытягиваемся вперед и вверх. Носки оттянуты, стопы соединены вместе и лежат на земле. Подняв прямые ноги, вытягиваемся руками. Обхватив себя кистями рук изнутри за области голени, расслабляем шею, снимая напряжение с области поясницы и вытягиваемся макушкой головы вперед. Сбросив напряжение, поворачиваемся на спину и выходим в шавамудру, промежуточное расслабление, с соединенными вместе пятками, если планируем еще раз сделать данную последовательность асан, либо в шаваасану с пятками на ширине таза, если завершаем дневную тренировку.